Здравствуйте, друзья мои, с вами WinCondition, и вы снова на лиге WinCondition, что неудивительно. Сегодня за этим ковром сойдутся я, Александр, и Павел, наш мастер по стримчанским. Мы оба идем пока с одним поражением, сейчас посмотрим, чье поражение из нас было... Короче, меньше слов, больше игры. А я не видел, что кидал, сколько я выкинул? Понятия не имею. Больше, чем я. Окей, хорошо. Увидим на стриме. Мне надо помешаться, я не успел еще. Показываю руку в камеру. Чаще. Играть аутентичненько. Подсними. С 13 земель на руке? Ну, из 7, возможно. Майдан? Да. Окей. А у меня? Ну, ты же решаешь первым, кто будет. Я ставлю. Первый бесплатный, да, по-моему? Я ставлю. Да, первый бесплатный. Подсними, может, там дело в этом было. Ну, не знаю, не знаю. Может быть. Ну, телефон А, это твой. Ну, возможно, что дело было в этом, а может и нет. Ну... Могу? Да, давай, я рискну. Передал. Да идите вы нафиг. Вы серьезно, да? Давай, давай. Ты скрыл землю. Давай, давай. Это самое ценное, что я сказал. Вы давно издеваетесь, да? Почему издеваюсь? Все нормально. Паша. Две стенки, земля. На, стенку. Передал. О, неплохо. Так. Стена забытых фараонов. Ну, смотри-ка. Давай вот такой мумий. Растущий. Mm-hmm. Растущий мумий. Плюс один пикин до конца хода. Могу? Да. Мы с тобой кольцо. Да ладно, что вы думаете? Пробивной удар. Ты играешь в двух цветах, тут думать не надо. Передал. Это самые яростные цвета. Угу. Вот это интересно. Я сделал мисплей, господа. Так можно. Вы поняли, да? В чем мой мисплей? Иногда такие мисплеи могут очень сильно навредить. Один хиточек, это бывает. Так, нет, это мы сюда. Так, это сюда. Ну что ж, теперь буду внимательнее. Давайте. С каждой так, игрой, чем хороша лига, ты все лучше сюда. И лучше. Не жетончик, плюс один до конца хода. Это не зомби, а это... А, жетончик минус один, минус один. Окей, все. Да, ты можешь заходить. Вы поняли, в чем был мой факап, господа. 4-3, да? Держи вот такого парня. 3 сюда. Потому что я контролирую пустыню. Еще ругай меня за то, что я не... Он сейчас 1-1, да? Ну да. Хочу в атаку? Хоти. Назначил? На 3. Павел в 17. Передал. А мог бы быть, соответственно, в 16. Хуже. Давай без командиров поиграем. Ну, да. В атаку? Блин! Черт! Что? Я лох. Ну, сам себя сделал. Да. У нас сегодня мисплей гейминг. Ну, вот видишь, что я сделаю, так и ты. В атаку, может быть, сходишь? Нет. В конце твоего хода повернул, ты потеряешь хиточек. Могу? Окей, да, ходи. Тап. Ап, кип. Лендроп. Угу. Давайте сыграем агрессивно. Выключим Павлу белый цвет.
Белый цвет мы выключили. Хотим в атаку. Ну, назначил. На 6, да? Да. В 10 Павел. Передал. В общем-то, я положил ее. Ну, прям совсем. Прям вот от слова совсем. Ну, что поделаешь. Павла немножко покрутил. А что, продемонстрирую зрителям, в чем было дело. У тебя там было что-то на каунтерах завязано? Ну, он был у тебя на кладбище. Она у меня в руке была. Я ее мог вывести. Сначала, а потом... А, сначала это, потом демона. Ну, ты постарался быстрее поставить мне какую-то угрозу. Да. Ничего страшного. У Павла еще есть 3 игры на этой неделе. Я заработал свой первый побед. Ставьте лайк, подписывайтесь, пишите в комментариях о наших мисплеях, не мисплеях, о наших рекомендациях. Как собрать колоды, все наши вскрытые пулы будут в группе. Найдите свой Win Condition вместе с нами.